Первый класс по-новому. В Екатеринбурге заработала электронная запись детей в школу. Это сделано для удобства родителей, чтобы уменьшить очереди. Регистрация будущих первоклассников, реальная и виртуальная, начнется уже со следующей недели. Родители могут выйти на официальный портал государственных услуг, занести данные своего ребенка и себя. Но затем в течение 5 рабочих дней родителям надо обязательно прийти в школу и все необходимые документы представить. Первый раз в первый класс осенью пойдут почти 14 тысяч малышей. Мест в школах хватит всем, говорят в управлении образования. Но если будет больше, там могут открыть дополнительные классы. Либо предложат альтернативу по соседству. Как и в прошлом году, зачислять первоклашек будут прежде всего по прописке. Выбрать заведение по желанию родители смогут только после 1 августа. Такой же порядок и при виртуальной записи. Отмечу, что в нескольких так называемых элитных школах города первые классы нынче набирать не будут. Из-за своей популярности учреждения вынуждены учить детей в 2 смены, а это им не по статусу.